Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором фонда президентских грантов Ильей Чукалиным. В Чебоксарах прошел семинар для некоммерческих организаций по вопросам подачи заявок на конкурс грантов президента России. В Чувашии почти 1400 НКО. В первом конкурсе победителями стали всего 4 проекта. И будем надеяться, что сейчас на второй конкурс, конечно, будет больше проектов, потому что, тем более, с учетом того, что вы говорите, действительно, что средства у нас выделяют сейчас, Владимир Владимирович, он вообще принял решение вот, нам сильно увеличить грантовый фонд на второй конкурс. Глава Чувашии отметил, что поддержка должна оказываться социальным проектом. Причем и правительство республики, и органы местного самоуправления всегда готовы оказать содействие инициативам НКО. Мы же тоже смотрим на те некоммерческие организации, кто занимается реальными делами, допустим, кто на самом деле поддерживает инициативы жителей разных возрастов. И когда предлагают, там отказывают практически... Душа просто не позволяет, конечно, с этой точки зрения. И это задевает, на самом деле, на социальное самочувствие самих жителей.